Я же процедуру определил. Мы я нам до объяснил. До выборов. До мэрских? До ваших. До мэр, а до своих обязательно. До депутатских сделаю. Но до мэрских выборов не обещаю, потому что я через месяц. А вы мэром когда хотите? Я хочу быть? Да нет, зачем мне это? У нас есть кандидаты на мэры. Мы на выборы мэра не пойдем на своим домом. Почему? Потому что у нас убийца на дороге можно. Почему? До выборов мы не пойдем. Тогда я передам эту информацию. Передайте, пожалуйста. Мы ему писали. Вот наконец-то у нас именно мы палы разбили все лицо. Вот на этих ямах. Вы же не хотите даже наш рапорт посмотреть. Почему? Я с удовольствием сейчас с вами пройдусь и посмотрю на рапорт. Вопрос еще. Да. Руденко обещал. Вот, я не имею отношения к Руденко. Но вот есть Руденко, моя фамилия Данила, я не имею отношения к Руденко никакого. То есть Руденко обещал, у меня не получилось. Хотя он как действующий заступник Харьковского мирского головы, тем более это его парафия, потому что ЖКХ он возглавляет. Поэтому я думаю, что у него должно было получиться. Но может по каким-то причинам не получилось. А вы сказали, что будете переводить кооператив на баланс... Я не буду переводить. Есть Харьковский городской совет, который имеет право проголосовать за то, чтобы перевести дома, которые являются кооперативными, на баланс. Если совет не проголосует, этот дом остается кооперативным. Как делать тротуар? Как делать тротуар? Я вам скажу. Есть такое понятие, и в следующем году я бы хотел его сделать. Это то, что называется дотацией. Например, каждый депутат, вот как сделали в областном совете, распределили на всех депутатов количество бюджетных средств, и депутат, будучи на своем округе, при поддержке граждан, избирателей, которые его выбрали, определяет самые проблемные места. И потом эти денежные средства, он в эти денежные средства, будучи там депутатом, делает определенные вещи, ремонты и так далее и тому подобное, и отчитывается перед гражданами. Почему-то мы предлагали такое на этой сессии, когда принимали бюджет, нас не поддержала, допустим, правящая партия, которая возглавляется сейчас на данный момент. Хорошо, вас не поддержали, дотации пока нету. Зачем еще делать тротуар? Кто это кооперативом будет? Знаете, что предусмотрено? Вы кооператив читали? Читали уставные документы кооператива? Если не читали, пускай вам председатель кооператива покажет эти документы. Там сказано, за чьи счета делаются непосредственно в кооперативе благоустройство территории. Территория кооператива заканчивается на отмостке. Ни тротуар, ни дорога уже не принадлежат кооперативу. Хорошо, давайте, чтобы мы спорили, надо смотреть конкретно в документах. Если конкретно в документах указано, что эта дорога находится на балансе городского совета, значит обязательно тогда ее нужно вносить в титул и обязательно делать ее за... На 65-й дом, вот же рядом. Он тоже кооперативный, и там дорогу сделали. Вот рядом. Обязательно. Я считаю, что надо разобраться. Давай. Если там сделали, здесь нет, значит это проблема. Теперь должны мы выяснить. Нет, у нас кооператив обслуживает только дом. Все, никакой дороги, ничего там ставить. Придомовой территории. Мне надо получить ответ. Для того, чтобы вам сказать, как есть, мне надо получить ответ. От кого? От департамента. Я наизусть не могу знать, какие... Хорошо, вы обратитесь в департамент и узнаете, департамент на чьем баланс... документ, да. На чьем балансе находится участок земли. Хорошо, когда вы узнаете, вы коменданту смотрите, или кому... Смотрите, на данный момент, как самый умный, самый много задающий вопросов вы берете сейчас, пишите обращение, подписываете. Хорошо. У нас срок на дачу ответа вам 30 рабочих дней. Через 30 рабочих дней вам помощник наберет, и вы получите ответ. А там дожди пойдут и будут ложить асфальт. Но... Все равно мы вас будем. У меня есть. Надо беспокоить. Визитка. Обязательно звоните, беспокойте, приходите на ремонт. Сейчас дайте я закончу с людьми, и мы пойдем с вами обязательно. Вы должны посмотреть. Вы можете видео снять всех ям, пройтись от начала дома и до конца и снять как видеоотчет. Обязательно все снимем. Вопрос еще. Да. Всю жизнь я помню,
стоял стол. У мужиков осталось не очень много дедушек. То есть они всю жизнь играли в домино, все. Стол убрали, теперь они просто стоят на лавочках. Поставьте хотя бы. Девушка, стола здесь не будет. Нет, стол убирался не для того, чтобы еще раз его ставить. Этот вопрос закончен. Нет, столы ставьте в своем доме. Свои, так зачем вам стол? Девочки, вы не понимаете, зачем что тут происходит. Да, об этом вообще. Да вы только не понимаете. И спят, приходят, и трут, вот и пьют. И пьют. Извините, дальше в этом году убрали. Да, все вот это. Вы собирались давно убирать? Убрали, наконец-то, слава Богу.